Мы находимся в городе Торжке, улица Пролетарская, номер 38. Помещение вот прям по курсу за пешеходным переходом, где написано «аренда». Значит, находится посредине спящего спального района. Значит, сейчас обзорник сделаю. Значит, что касаемо домов жилмассива. Значит, вот эта дорога. Ну, то есть вот он, жилмассив, он виден. Вот здесь. И дорога вот эта идет прямо на вокзал, там метров 300. Не знаю, на карте точно будет. Это железнодорожный автовокзал. Значит. Весь жилмассив отсюда, вот, грубо говоря, если пойти. Вот он также виден. Значит, с правой стороны у нас находятся здесь пешеходные переходы. Раз. И вот сейчас я нахожусь на нем. И вот это 100 метров от центральной улицы Дзержинского. Там 50, наверное. На другой стороне находится суд Торжокский. Значит, по помещению. Ну, соответственно, парковочные места. Они вот с этой стороны дороги. И вот с этой стороны дороги. И вот остановка, кстати, общественного транспорта. Прямо. Что касается помещения. Значит, вот оно, это помещение. Соответственно, отдельный вход у нас будет. Место под вывеску. Значит, вот получается, вот вход. Справа, где написано «обувь», окно. И раз, два, три, четыре, пять окон. Вот, которые с коричневыми рамами. В принципе, видно неплохо. Значит, слева с торца аптека 36,6. В принципе, видно неплохо. Даже, можно сказать, хорошо, потому что вот проезжая часть. Соответственно, вот перекресток 5 метров дорог. Вот с этого вот бульвара. Здесь вот пешеходный переход. Соответственно, вот. Соответственно, вот. И, соответственно, вот так.